Дава намекнул, что Бузова бухала по-страшному. Максим – осложнение. Автогонщик со своей девушкой сгорели заживо прямо в автомобиле. Николай Басков устроил позорище. Солист группы «Корни» рассказал о своем нищенстве и безденежной жизни. И грязный развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Все это в одном выпуске специально для вас, поэтому не забудьте поддержать это видео лайком, а мы начинаем. Вот такие вот сегодня статьи я подобрал для вас. Кто не в курсе, мы читаем здесь самые свежие новости из мира шоу-бизнеса и не только. И первая вот такая вот весточка, так сказать, от Давы. Почему я ее выбрал первой? Меня реально поражает Дава последнее время. Просто он меня разрывает своими вбросами. Давид Манукян сейчас является ведущим шоу «Дом-2», кто не в курсе. На поляне он постоянно пытается разобраться в отношениях участников и давать им совет. Ну вот такую ему роль подобрали, давать советы участникам, хотя он сам ничего не смыслит в том, как построить правильно отношения. И вот иногда в таких диспутах и он сам открывает какие-то свои тайны личные своей жизни. И в этот раз ребята обсуждали пристрастие многих участников к алкоголю, и Манукян осудил тех, кто топит свою жизнь на дне бутылки. В принципе, в этом я его поддерживаю. Но зачем намекать на то, что это была Бузова? Потому что только он сказал А, сразу полетело Б, В, Г и Д, и все паблики сейчас пишут, что это был намек на Бузову, тем более после этого скандала, где она на футбольном канале разревелась, когда ее спросили, а вы пьете? Продолжайте пить по утрам коньяк или нет. Конечно же, все поняли намек Давы, что он намекнул на Бузову. Он сказал, что были у него отношения, в которых его любимая злоупотребляла алкоголем. И тут нашлись же сразу такие детективы, которые узнали, что Карина Кросс вроде бы как не бухала. И все стрелы упали на Ольгу Бузову. Вот такие вот мужики подставляют своих девчонок на раз-два при первом попавшемся случае, лишь бы о нем лишний раз поговорили. Вот я считаю, что реально он сидит там и думает, как бы какой-нибудь перл соорудить, да, сообразить, чтобы о нем завтра поговорили. Я уверен, что Дава настолько вот привязан к вот этому вот ощущению, а что обо мне будут говорить завтра, что он сидит на Доме 2 не для того, чтобы там помогать людям как-то разобраться в их отношениях, а что-нибудь ляпнуть, чтобы завтра о нем написали издание. И, друзья, неприятная новость от Максим. Начался сепсис. Состояние Максим ухудшилось. В легких певицы Марины Абросимовой, известной как Максим, врачи выявили гнойно-воспалительный процесс, что может свидетельствовать о начале сепсиса. На днях стало известно, что певица стала немного лучше, и врачи даже стали выводить ее из искусственной комы, но этого не получилось. И вот сейчас приходят такие вот неприятные новости. Давайте думать о хорошем и мысленно посылать Максим все самое позитивное и доброе, и надеяться, что она все-таки выкарабкается. И вот ужасная новость. Знаменитый автогонщик Иван Куренбин со своей спутницей заживо сгорели в спортивной иномарке. Вчера вечером под Санкт-Петербургом автогонщик со своей спутницей попали в страшное ДТП на Porsche 911 Turbo. Это спортивная машина, на которой они явно летели на огромной скорости. Жертвы аварии не сумели выбраться на момент, когда машина загорелась. Они не смогли выбраться из машины и сгорели заживо. Вот такой вот страшный рок, ребята, что мужчина, что женщина, они занимались профессионально автогонками. И вот такая вот жуткая кончина. Новости от Николая Баскова. Он как клоун уже, знаете, куда ни заглянешь. У нас выходило много выпусков с видео, там, репортажей с инстаграма звезд с дня рождения Кристины Арбакайте, с Максима Галкина, Аллы Пугачевой. И какое видео не посмотри, там их десятки у нас было на канале. Куда ни посмотри, Басков просто как клоун, как дешевый клоун. Притом мнения в комментариях настолько разнятся. Одни говорят, что если бы не Басков, данное мероприятие было бы нудным и печальным. Другие осуждают его, что он реально последнее время превратился в клоуна. Честно сказать, мое внутреннее состояние такое же самое, как и в комментариях. С одной стороны, как-то он меня даже подбешивает, а с другой стороны, ну, все равно он какой-то позитивный такой чувак, давайте быть честными. Он, как минимум, это делает он не со зла, а для того, чтобы как-то поднять настроение окружающим. Но иногда это выглядит настолько нелепым и бескрышным, вот честно говоря, что стыдно даже за него. Испанский стыд. И вот такая вот статья. Веселье в кругу публичных персон привело Николая Баскова к неожиданным действиям на масштабном концерте
в обществе друзей певец перешел грани приличия и пустился во все тяжкие. Он реально уже просто не знает границ. Шатающийся от стороны в сторону артист забрался в грязных туфлях на стол к Татьяне Навке, испачкал белоснежную скатерть и начал плясать перед лицом фигуристки. После того, как он начал танцевать, его занесло, но видно, он там был под шофе, его занесло, он завалился на бок. Затем он повернулся задницей к Татьяне Навке, начал еще какие-то такие круговые движения своей опой и после этого попытался слезть, но все уже было снято на камеру. Подробности смотрите на нашем дополнительном канале. У нас есть второй канал, где мы выпускаем новости из Инстаграма звезд. Обязательно переходите туда по ссылочке, подписывайтесь, там все самые свежие новости из Инстаграма наших знаменитостей. Друзья, наверное, многие из вас помнят группу «Корни» где-то в начале 2000-х. Они были такие необычные, что-то было свеженькое. Сама группа состояла из 4 парней, которые совершенно в таких разных образах, в разных весовых категориях, так сказать. И вот один из них, наверное, некоторые уже попадались эти новости. Я не первый раз встречаю новость о Алексее Кабанове. Это один из участников этой группы. И вот мужчина вспомнил время небывалой популярности и отметил, что сейчас их команда переживает не лучшие времена. Новые песни, по словам артиста, пылятся по несколько месяцев на полке и не заслуживают ничьего внимания. И ему приходится бедствовать. Алексей Кабанов с легкостью говорит, что он безработный и перебивается какими-то прошлыми небольшими вкладами, вплоть до того, что он несколько лет назад купил там пару биткоинов и живет сейчас за их счет, еле-еле сводя концы с концами. Друзья, где-то неделю назад я смотрел «Секрет на миллион», где принимали участие ребята из группы «Нана», ну ребята такие уже 40 плюс, и там некоторым уже там, за 50, по-моему. И вот некоторые из них такую же рассказывали историю, что когда они просто деньги гребли лопатой, они не понимали, что их нужно куда-то вкладывать, откладывать, по крайней мере в банк положить. Они спускали их просто на ветер, там десятками тысяч долларов они могли просто тратить за несколько дней. И многие из них остались там в однушке и с воспоминаниями, что когда-то у них был чемодан денег. Не понимаю, как можно так тупануть, простите за выражение, быть просто на пике славы. Вот показывали там, у одного однушка осталась, у другого маленькая дачка. И это чуть ли не мировые звезды, когда вот в 90-х нам их показывали. Нам казалось, это такие просто мега какие-то популярные артисты, у которых должны быть на данный момент замки просто с бассейнами. Они сидят на дачках и в однокомнатных квартирках. Ну сейчас, по крайней мере, они тоже гастролируют и немножко как-то поддерживают свое жизненное существование. Но это не тот уровень, о котором вот лично я думал, что у группы «Нана» там просто золотые горы. И вот такая же ситуация и с ребятами из группы «Корни». Не знаю, кстати, насчет остальных, но Алексей Кабанов не первый раз заявляет о том, что он нищенствует. И самая моя нелюбимая новость, но так как она просто вылазит из всех дыр, я ее зачитываю только из-за того, чтобы поприкалываться с этой парочки. Настолько они мне неприятны, что Ксения Бородина, что Курбан Омаров, что вот не хочу, каждый день можно о них говорить, но настолько явно, что вот этот даже развод, это хайп и пиар, что я просто в это не верю. Но просто для того, чтобы показать, насколько они беспринципные и готовы на все ради того, что вот как я вначале сказал о Даве, что в погоне за хайпом и вот этим вот стремлением, чтобы о них говорили, писали, они готовы даже бросаться вот такими словами. Посыпались угрозы. Ксения Бородина, в общем, запускает такую аферу о том, что посыпались угрозы от Курбана Омарова. Я не буду читать подробности. Суть в том, что она заявляет, что он нанимает там крутейших адвокатов. Это тот адвокат, который был у Эдварда Билла и у других вот этих вот персонажей. И, в общем, Курбан Омаров будет там отжимать у Ксении Бородиной ее имущество. И я думаю, это будет в ближайшее время такая топ-новость. Типа, ну на это они, я думаю, рассчитывают. Но я сразу предупреждаю, я в эту игру не играю. Я не верю ни одному их слову. Особенно Ксении Бородиной. Тот прихлебатель, с ним все понятно. Но Ксения Бородина меня просто выбешивает. Интуитивно вот. Не верю я ни единому ее слову. А на этом у нас все новости. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забудьте поддержать это видео лайком и до новых встреч. Пока-пока.